Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас обзор покупок с турецкого базара. Вот так выглядит турецкий рынок. Сейчас мы идем в самый низ, потому что хотим вначале купить рыбу. Мы всегда так делаем. Видите, ходит полиция, торговая полиция. Разбираются тут какие-то разборки. В общем, идем сначала в самый низ. Просто снимаю вам ассортимент, потом сниму вам то, что мы уже будем покупать. Потому что сейчас мы идем в самый-самый низ за рыбой. Рыба здесь продается, но мы покупаем постоянно у каждого, у одного и того же продавца рыбу. Сегодня что-то много людей, хотя вроде бы еще не вечер. Вообще больше всего людей вечером. Мы дошли до рыбки. Это леврек, это вроде как окунь и чупра, это дорадо. Вот 30 лир за килограмм. Бизе нормальные китаны, мира это бертаны, дёрши Самон, это лосось норвежский, 55 лир за килограмм. Маленькая рыбка продается. Тут вам ее, кстати, почистят. Так что сервис весь включен. Чупра мистер. Там мало. Да если банок и чук ятер. Sen kendine büyük seç. Bak bu büyük mesela. Değil aynı hepsi. Hepsini tak aynı. Tamam bir tane onu bir tane onu. Hadi. Ne kadar bir tane? Mustafa. Ben sürüp koçum. Mustafa. Çabuk. Abi 79 lira geldi. 1 kilo 435 lira. Hemen gel abi. Abi. Dur 2 dakika gel. Так, покупаем зелень. Вот, допустим, такой сладкий перец зеленый. 4 лиры за килограмм. Такой по 5. Вот, красный перец сладкий тоже по 5. И вот такой долма лык-либер. Это для долмы 6 лир. Острый перчик. Раздал. Кырмызы либер дался? Да, молодой. Потом уйтер. Уйтер. Кырмызы либер, салатовый кордон. Kaptanımızı sıra bakalım ne kadar olmuş. İşte hadi yarım kilo olsun. Yarım kilo at iki tane daha yarım kilo olsun. Yeter mi aşkım? Böyle o zaman böyle. Çürüyor tamam yeter. Много не покупаем, потому что портится быстро. Кабачки по 5 лир, баклажаны по 2,50. Покупаем зелень, вот лук по лире, укроп по лире, петрушка лира. Такие листья салаты по 3 лиры за штуку. Некадар 1 лира, да? 1 лира, 1 лира. Тоже полили, в общем, все полили, вся зелень полили. Он дал. Дал бы там на дорогу. Лимон? Чуку. Чуку не шоколад. Göbek göbek. Göbek. Bir tane göbek ne kadar ustam? 3 lira abi. Bir tane de göbek ver ustam. Sen para ne kadar olur? Yakalayın. Ayçesi lazım abi. Yok. Sen de limon atıp bize. Yok. Ben alsana. Покупаем каштаны, чтобы жарить. Возьмем полкилограммчика, попробуем. Тут же рядом сумочки, смотрите.
по 20 лишь. Гуччи, Зара, ну, естественно, чтобы не Зара. Продают даже клубничку 13 лир килограмм. Хурма 7 лир за килограмм, но я ее не люблю, если честно. Авокадо, кокосы, киви, мандаринки. Некоторые мандарины 4 лиры, 4 лиры за килограмм. Гранаты. Муж пробует виноград. Фиаты на кадр. 6 лир, 6 лир за килограмм. Можно все пробовать, кстати, на турецком базаре. 6 лир. Без косточек, кстати. Вот хурма уже по 5. Бананы, как всегда, дорогие. По 8 лир. Даже это, наверное, по 9. Мужу стоит. Клубнику покупаем. Здесь 12 лир килограмм. Так, это продают грушу. Так, армут и сором. Растут. По 5 лир килограмм. Берем огурцы, 4 лиры килограмм. Помидоры вот там возьмем, наверное. Такие маленькие помидорки сладкие, по 5 лир. Вот, кстати, огурцы по 5, вот по 4. Не вижу в них никакой разницы. И это рожки. Покупаем сладкую тыкву. 3 лиры вот такая вот стоит со шкуркой. Вот это по 5. Вкусняшка, буду делать сладость турецкую из тыквы. Вот так продают сыры, оливки. Вкуснятина. Яйца. Грибочки. Картошечка молодая. Вот по 10 лир за 5 кило. Мы 2,5 возьмем. Лук 6 лир 10 килограмм. Но есть и 3 килограмма за 5. И там дальше старая картошка. Вот это очень вкусно. Берем еще баклажанчики. Муж будет делать такую зажарку из баклажан, кабачков. В масле жарится, очень вкусно, хрустящий получается. По 3,50. Морковка вот 3 лиры. 4 лиры кабачки. Тоже сейчас возьмем кабачков. Вот такую огромную здесь продают капусту. Чтобы вы понимали масштабы. Можно покупать половинку или кусочек, четверть. Но вот такие вот целые куски. И дядя разносит чай. Все, мы уже дома. Покажу вам еще раз, что мы купили. Так, у нас все по всему дому разбросано. Но все равно покажу. Вначале еще покажу вам покупки из Вима. Магазин. Мы еще зашли в Вим, купили то, чего не было на базаре. Куриное филе я там беру всегда. Вот такую очень вкусную колбаску. Это копченая куриная грудка такая. Очень похожа на наши колбаски, поэтому покупайте. Они там стоят вообще недорого. Есть в больших пачках, есть маленьких. Авокадо себе взяла. Авокадо, на удивление, в Биме дешевле, чем и в Мигросе, кстати, тоже дешевле. 5,45 их стандартная цена. Чем на базаре. На базаре они стоят вообще по 7 лир, представляете? Их никто, кстати, не берет. Турки особо не едят авокадо. Либо купили такого нарезанного. Мне захотелось варенье малинового. Взяла варенье такое. Оно вкусное, я знаю эту фирму. Илькгюн называется. У них есть разные варенья, из шелковицы. Из чего только нет. Но вот я беру это. И вот эти вот таблетки для посуды. Всем советую, уже 100 раз их показывала. Но если кто-то в Турции еще не видел, не покупайте и не тратьте деньги зря на финиши всякие. Я раньше всегда пользовалась финишем. Классно они моют, да, ничего не могу сказать. Но вот этот моет точно так же, а стоит он в 2 раза дешевле. 50 штук стоит 16 лир. Так что имейте в виду, что можно там купить дешевле. Я всегда беру эти таблетки в Биме, и также еще беру там средства для очистки этой же фирмы, для очистки посудомойки тоже. Хорошо вычищает все. Дальше. Купили огурчиков. Цены вам снимала, уже, конечно, ничего не помню. Что у нас есть? Перец. Надо сохладить, перец. Вот такой вот.
стручковый маленький, он сладкий, кстати. Баклажаны. Забываю слова, не баклажаны, господи, кабачки. Баклажаны. Будет делать физархмат, как я уже говорила. Пакеты, кстати, складывают за дверь, у меня за дверью, будет вам видно или нет. Видно, вот такая штука. Сейчас покажу. Вот такая штука для пакетов. Очень удобно. Туда сразу пакеты все засовываешь, я потом эти пакеты под мусор использую. Так, это что я вам показала. Рыбу уже не буду ее тут поднимать. Ладно, покажу вам. Не хочу. Пакет грязный, все потрогала. В рыбе теперь все. Так, пакет с рыбой. Купили 3 леврека. 2 нам с мужем сегодня. С мужем сегодня на ужин. У нас, когда базар, у нас всегда рыбный день. Каштаны взяли 0,5 килограмма. Пожарим каштанчики. Клубники тоже взяли 0,5 килограмма. Ее всегда упаковывают в такую бумажную. Бумажный пакет, да, чтобы она не мялась. Но я не храню ее в таком бумажном пакете, потому что она очень быстро в нем портится. Я высыпаю в пакет обычный. Все, бумажный пакет мы выпустим. Вот 0,5 килограмма клубники. Мира у меня клубнику обожает. Это одна испорченная попалась. Вот зараза. Где-то мусорку. Все, такая красивая. Ну, пахнет вкусно. Не знаю, насколько она будет сладкая. Картошки взяли молодой 2,5 килограмма. Да, все. Гранаты, кстати, не показала вам, да? Муж взял очень много гранат, любит с них делать сам. Кстати, смотрите, какие красивые. Гранатовый сок выжимает. Вот любит с апельсиновым мешать. Ну, со свежим выжатым, конечно. Получается вкусно. Так, теперь у меня здесь еще целый мешок. Всего виноград без косточек. Буду наклоняться, потому что иначе мне эту сумку не поднять или поднять. Тыква. Дальше. Купила 2 простыни на резинке. У меня вечная проблема, мне не хватает простыней. Потому что часто в комплектах, которые идут, продаются здесь, часто нет простыней, либо идет просто необычно, не на резинке. А мне вот на резинке нравится. Вот такой же у меня постельный комплект есть, такой же расцветки. Вот купила под него, это на нашу кровать. И еще на мирную кровать. Значит, на нашу кровать стоит 25 лир. Ну, на нашу, это на двухспальную. И на односпальную вот такой вот. Тоже такого же цвета взяла. Потому что на вот здесь стоит 20 лир. Тут резинка, кстати, не совсем обычная, такая утолщенная, что, в принципе, думаю, хорошо пойдет. Вот надо постирать их и застелить. Вот такую вот. Качество хорошее, в общем, обычный хлопок, не знаю, как они там будут скатываться, не скатываться. Дальше. Зелень взяли. Зелень не достали. Начали все остальное достать. Лимоны. Маленькие, но они так классно, сладко пахнут. Прям обалденно. Знаете, такой лимонный, как когда в чаек вы вот дома, может быть, дома, я имею в виду, в России, в Украине, чаек с лимоном пьете и с сахаром. Вот так вот пахнет этот лимончик. Перец сладкий, зеленый, красный. Все, это больше ничего нет. И еще пакет с зеленью. Сейчас я попробую достать, чтобы ничего у меня не вывалилось. Вот, это у нас здесь лук, петрушка, укроп, мята и вот такой вот, это салат, да, наверное, по-нашему называется, в Турции атом гёбек. Все, вот такие наши покупочки, потратили мы на все это, по-моему, лир 200. Почему так дорого, вы скажете? Потому что мы отдали за рыбу 50 лир, отдали 45 лир за 2 простыни. Все остальное вот вышло где-то на 100 лир. Еще же мы в Биме были, да, ну может чуть больше. А еще мы купили мандаринки, но я их сейчас буду мыть, уже положила в раковину. Ну, в общем-то, вот такие у нас покупочки. Надеюсь, что кому-то было интересно это. Ставьте ваши лайки, если вы любите такие обзоры покупок. Я думаю, что многим это интересно смотреть, что другие люди покупают. Я сама такие видео люблю смотреть и тоже беру что-то на заметку. Все, целую вас, увидимся в следующих видео. Пока-пока!